Эта невероятная история началась за неделю до Нового года. На полтона. Товарищи, товарищи, разрешите закрытое заседание новогодней комиссии считать открытым. Присутствуют все, по неизвестным причинам, больных нет. Угу. На повестке дня два вопроса. Первый – новый, второй – год. Правильно, правильно. Начальник сказал, никакого доклада. Я коротко охарактеризую роль огня, дыма, пепла. Вот это нужно. Жизнь человека нужна. Да? Ниже скажу о воде. Говори, что наболело, да покороче. Я коротко. Вот мы часто употребляем выражение «горит на работе», «на передней линии огня», «работает с огоньком», а для некоторых это же, грубо говоря... Это халтура для некоторых. Метафора. Товарищ, я, знаете, я попрошу, давайте без грубости. Потому что хочется чистого чего-то. Ну, правда. Он прав. Друг дружка будем метафоры. Правильно. Для нас пожарных. Это же что, это же сама жизнь. Товарищи, я закругляюсь. Спасибо, что не разбежались. Новый год уже рядом. Он же, грубо говоря, на носу. Поэтому я благодарю вас за внимание. А сейчас резко сразу переходим к показу концерта «Самодеятельность». Правильно. У тебя, конечно. У меня это самый пожарный перепляс. Неправильно. Перепиши. Противопожарный перепляс. Добавим. Не, ну так вообще все органично.
Органично, ну, жизни. Ага. Ребята, значит, все то же самое, полноги, только чуть-чуть живее. Чуть-чуть, резче большой батман, резче. Добавим. Они же не горят, ну мало огня. Ну давайте еще добавим, ну. Они сделают, они способны, ребята, сделают. Ну последний раз. Ребята, давайте, последний раз, давайте. Это еще куда не шло. Да. Саш, подожди, но ведь это же все было? Это давно было у нас. Вот поэтому и не пойдет. Что, отпустить, что ли? Конечно. Ребята свободны, все, ребята. Можно я? А что, у тебя что-нибудь есть? Да, у меня амурские волны. В моей интерпретации. Послушай. Послушай. Плавно Амур свои волны несет. А ветер сибирский с другой стороны им песни поет. Маша! Что? Хорошо. А, ну я давно работаю. Не знаю, а мне нравится. Да, мне, в общем, мы посоветуемся, да? Не знаю, мне нравится. Серьезно. Так, а что там у девочек? Ансамбль? У них искорка. Ну давай на сцену. Девочки на сцену. Да, я и говорю, пойми меня, Дуся, за что я тебя люблю? За то, что ты совсем не похожа на Мусю. А сейчас вы все вместе поете, как будто вы все близнецы. Ну, мне это может быть понятно. Ну, Саша. Да. Ну, Паша, может быть. А зритель должен видеть творческую индивидуальность каждой. Поймите, это новогодний концерт. Это должно быть, грубо говоря, конфеты. Снимай. Феерий. Вы 10 человек поете как одна. Ну, знаешь, мы не хороши. Надо было артистов позвать. На всех предприятиях артисты, солисты, речи, встречи, сцены, КВНы. Все как у людей. А о том, что будет встреча Нового года, было известно, по крайней мере, за 12 месяцев. Пошли. Как пошли? Куда пошли? Осторожно! Артистов под Новый год. Где же их достанешь? Они все на расхват. Эврика! Что такое? Я не читал. Евтушенко, что ли? Не читала. Че ржешь-то? Слушай, я тоже не читал. Что это такое, а? Я это воскликнул Архимед, когда открыл закон Архимеда. Ну да, это Архимед воскликнул. Ну это мы проходили. Похищение! Какой ты начитанный. Че это? Послушай, дай почитать хоть, а? Я что, детектив, что ли? Еще какой. На дворе лужок, на лужке снежок, по снежку тропа не проложена. Чтоб не знать беды, оставлять следы похитителям не положено. Среди огнетушителей строим хоровод. Мы честные грабители. И все, что мы похитили, вернем под Новый год. Фильмы дивные, детективные, в
в изобилии выпускаются. Их смотреть подряд, повышать разряд похитителям полагается. Среди огнетушителей устроим хоровод. Мы честные грабители. И все, что мы похитили, вернем под Новый год. У овчарки слушающей пеню не вздохнуть, не охнуть грабителям. И спасти нас всех может лишь успех, ведь не судит мир победителей. Среди огнетушителей устроим хоровод. Мы честные грабители. И все, что мы похитили, вернем под Новый год. Пожалуйста,
Мы с ерундой какой-то занимаемся. Мастера. Ну, давай рыбку попробуем. Попробуем. Народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения поет народный артист Литовской Республики Виргилиус Нарейка. Дирижирует заслуженный артист РСФСР Владимир Федосеев. Конечно. Они у нас по смете не пройдут. Их надо везти, кормить. Их. Так мы сэкономим. На чем? На электроэнергии. Это не серьезно. Тогда давай в кредит возьмем. Ну. Знаешь, ты как хочешь, а я на преступление не пойду. Нам нет, что больше всех надо. Браво! Браво!
очень люблю новогоднюю Москву. Она так красива, так нарядная. А мне страшно нравится сочетание современной архитектуры с древней стариной. О, точно, как у нас в Киеве. Да. Ну, Киев легендарный город. Какие богатыри жили в древнем Киеве? Алеша Попович, Добрыня Никитыч, Илья Муромец. Муромец не с Киева, а с Мурома. Потому что он и называется Муромец, а он с Мурома. Это он прописан был в Муроме, а служил в Киеве. Такого у нас не бывает. Якщо ты не прописанный, так тебе на работу не возьмут. А якщо ты не работаешь, так тебе чёрта с два пропишут. Во-первых, это легенда. А во-вторых, Илья Муромец был прославленным защитником Киева. Чё ж ты сразу не сказал? Якщо он защитник, або полузащитник, або левый крайний, так будет в него и прописка, и квартира, и гараж с персональной кобилою будет. А какие женщины жили в древнем Киеве, как они красиво одевались. Яркие кокошники, нарядные сарафаны до самой земли. Не те, что теперь, а? Да, а что теперь? Что теперь носят, ты мне скажи? А, ну, такая мода. Такое поколение. Як вы что поколение, то вот настолько выше коление. Якщо так дальше мода пойдет, так дійдем до полного опупения. Ты лучше скажи, ты помнишь легенду о Киевской Лысой горе? Ну, а як же? Тепер, до речі, на Лисій горі побудували інститут кібернетики. Mm-hmm. Чого вони таке місце вибрали? А чого? Очень підходящее место. Там, де черти учиняли свої глупые пакості, тепер ученые чертят умные машины. Там, де колдуньи предрекали будущее. Тепер лаборатория научных прогнозов. Там, где ведьмы варили свое ядовитое зелье. Там тепер інститутська столовка. Ага. І злітаються на нашу Лису гору вчені з усього світу. На кибернетичный шабаш. Ну, симпозиум. И нашим ученым есть что показать. Вот возьмите универсальную вычислительную машину. Сложнейшее научное задание, которое раньше делали целый год, она решает за один день. А шкільне завдання, яке моєму сину в школі дали на один день, вона цілий місяць решала. Ну и решила. Поламалась від перегрузки. Бедная машина. Не штепсель, бідні наші діти. А какую колоссальную пользу кибернетика приносит медицине? Да, у нас уже разрабатывают проблему лысины. И успешно? На Лисій горі кое-что росте. А на голове? Чёрта лысого. Зато там стоит машина-поэт, яка строчит вірші швидкістю звука. Вот это да. Так может эта машина сочинить новогоднюю песню? Ну, не знаю, как песню, но новогоднее поздравление было бы нам очень кстати, надо было взять. Да что ж мы с тобой вдвох 4 строчки поздравления не придумали? Правильно, что мы, хуже машины, что ли? Желаем успехов, свершений, открытий. Чтоб радость и мир панували у світі. Чтоб всем с каждым годом все лучше жилось. Чтоб добре їлось и пилось. Стоп, 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 стоп. Так, значит. Ну хорошо. Вы знаете, хорошо. У тебя в порядке? Прекрасно. Ну. Тогда еще разочек. Холодно. Чистенько, ну чистенько разочек. Зима, холодно. А потом согреемся. А может мы сначала согреемся, а потом дублик. А дикция? Потом, потом. Давайте, значит, давайте. Приготовили к съемке. Так, вы готовы? Да. Внимание. И сосредоточенность. Пойдете по моей команде. Только по моей. Разговоры. Никаких разговоров. Приготовились. Начали. Кончили.
первая народная песня «Эх, Настасья». Эх, Настасья, ты, Настасья, отворяй-ка ворота, отворяй-ка ворота, принимай-ка молодца. Ой, Люшеньки, Люли, Люли, принимай-ка молодца. Ох ты, Настасья, пляши. Я бы рада отворила, буйный ветер в лицо бьет, буйный ветер в лицо бьет, за головки цветы рвет, за головки цветы рвет. Частым дождичком сечет, ой, Люшеньки, Люли, Люли, частым дождичком сечет. Ох ты, Настасья, пляши! Частым дождичком сечет, ретивое сердце ржет. Ой, Люшеньки, Люли, Люли, ретивое сердце ржет. Частым дождичком сечет, ретивое сердце ржет. Ух ты, Настасья, пляши! Молодой человек, молодой человек, концерт окончен. Да, что-то не знаю, что-то там все внутри растеребило. А я ведь его хотел. С этой целью я здесь. Теперь не могу я его тронуть. Талантище. Берегите его. Должен быть в этом вагоне. Я не буду прыгать. Ч-ч-ч-ч. Ладно, молчи, ты будешь. Нужно будет прыгнешь. Вы Райкин? Я Райкин? Нет, я Райкин. Ты что, похож? Вылитый? А на Раневскую я не похож? Завал вообще Райкин, Райкин. А это кто? Это Саша. А это? А это Паша. А вы, Аркадий Саныч, нам нужны. Поверьте, я не то, что вам нужен. Спокойно. Если уж вы не то, то кто же тогда то? А я не знаю. А зато мы знаем. Имейте в виду, я вас должен предупредить. Ладно, хорошо. В конце концов, вам же будет хуже. Нам уже хуже не может быть с вами. Может быть, только лучше. Пожалуйста. Вы видите, что я совсем не тот, за кого вы меня принимаете. Я пан Зюзя из кабачка 13 пан стульев. Пан Зюзя! Ну, конечно. А пана Райкина я очень люблю и уважаю, но он, к сожалению, у нас в кабачке 13 стульев не бывает. Пан Зюзя, у меня к вам большая просьба. Передайте привет всем участникам кабачка, пане Монике, пану Гималайскому и всем-всем другим большой привет от Паши. Хорошо? Обязательно. Да-да. Так что у вас ошибочка
Извините, Пандюся, если что не так. Счастливо оставаться. Счастливо оставаться. Счастливо оставаться. Хорошо. Ложу спать. Ужин на плите. Спокойной ночи. Спокойно. Спокойной ночи. Полное спокойствие. А я не могу. Да вы сами-то не нервничаете. Да вы на нас внимания не обращайте. Мы пришли вас похитить. Я не хотел, меня втянули. Похитить? Это очень интересно. Ну да. Вы садитесь, рассказывайте, что и как. Значит так, дело было так. Извините его. А вы похищать меня будете прямо сейчас? Ну, желательно бы сейчас, потому что внизу машина ждет. А да. Потом мы же свободны от работы времени. Так что пойдемте. Пойдемте. Ну ж пойдемте. Ну, а... ну то, что похищает. Вы бы хоть руки связали, что ли? А, извините. А, понятно. Похищение, это так романтично. Да. А зачем вы меня будете похищать? Ну, ребят, я не могу. Я не могу. Я должен сказать всю правду. Мы хотим, чтобы вы у нас выступили. Ах, петь! Да. Так спеть я вам и здесь могу. Да, будьте добры, пожалуйста, да. Ну что да. же? Гуля! Гуля, 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 Гуля! Гуля! Вы не одна? Это собачка. Это собачка. А! Гулечка! Гулечка! Гуля! 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 Гулечка, Гулечка! Милый пес, добрый пес, личность нанимая. Кто же ты, кто такой, я не понимаю. Не могу понять никак, грустно в глазах собак. Понимаю тебя, ты не понимаю. Понимаю тебя, ты не понимаю. Если ты человек, почему молчишь ты? Если пес, почему так много глядишь ты? Если вновь пришла беда, ты поймешь меня всегда. Почему же тебя я не понимаю? Почему же тебя я не понимаю? Милый пес, добрый пес, личность нанимая. Знаешь ты про меня все, что я не знаю. Ты таишь в глазах своих немоту обид моих. Понимаю тебя и не понимаю. Понимаю тебя и не понимаю. Ну вот и все. До свидания. Спасибо, Татьяна Ивановна. Ну как? Мне нравится. Не знаю, мне нравится. Вот пальто быстро нравится. Татьяна Ивановна, пойдемте. Как пойдемте? Я же спела. Надо, Татьяна Ивановна. Да. Надо. Да. Гуля! Гуля! Гулечка! Давай, Гуля! 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 Серебряный вечер вновь развесил свои кружева. Он огнями улыбок рассвечен, ветру на ухо шепчет слова. Погляди, погляди, как созвездия мерцают вдали, что дорог впереди, и повсюду сегодня друзья. В этом мире сбываются сказки, светом подвигов день озарен. Потому что куранты на Спасской
урони серебряный звон, погляди, погляди, как созвездия мерцают вдали, что дорог впереди, и повсюду сегодня друзья. Созвездия мерцают вдали, сто дорог впереди, и повсюду сегодня друзья. Смотрите туда! Не смотрите! Идите сюда! Идите, идите! Да не смотрите! Плавно Амур свои волны несет, а ветер сибирский с другой стороны им песню поет. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, помогите! Не плачьте, не плачьте! Это все временно! Вот кончится эта шумиха, с Новым годом снова будете петь в опере! 3, 4! Плавно Амур свои волны, каждого народного, находящегося за этой стеной, отвечаете головами. Головой. Говорите. Что вы говорите? Ну, говорите. Ох, не говорите. Так, похищены 5 таких актеров. 5 гордостей нашей сцены. Когда? В канун Нового года. Позор ляжет на чью голову? На мою голову. Я пропал. Таким, как я, не место среди нас. Все на борьбу со мной. Нет, не то. Надо искать. Кто ищет, тот бывает. Такие случаи всегда найдет. Но где найдешь? Пойди угадай. Угадай. Угадай ко мне срочно. Да-да, я вызывал, проходи, садись. Слушай меня внимательно. Похищены народный артист Советского Союза ОЦ. Народная артистка СССР Майя Плисецкая. Да ты слушай дальше. Народный артист Украинской ССР Тимошенко. Народный артист Украинской ССР Березин. И народная артистка Шмыга. Что же делать? Что же делать? Да, ты, как всегда, прав. Не надо отчаиваться. Я понял тебя, комиссар. Надо действовать. Вперед! Внимание! Смирно! На поиск похитителей выдающихся деятелей нашего замечательного искусства справа по одному шагом. Марш! Пусть не дремлет враг, враг нам не ведом страх. Мы ходим путь, мы найдем, мы найдем.
Что случилось? Опять кого-нибудь похитили? Наоборот. Что наоборот? Не похищены, хотят быть похищенными. Да не может быть. Не может быть, целая очередь выстроилась. Что ты говоришь? Вот это да. Доигрались, Вася. Товарищи, где тут запись на похищение? У Бирмана! У Бирмана! Здравствуйте. Здесь запись на похищение? Здесь. Харитон. Знаю, знаю. Вы будете 81-й. Далековато. Что делать? Опоздал. Всегда я опаздываю. Начинаем перекличку. Белокуров. Здесь. Любезнов. Любезнов. Нет. Кучеркову. Ларионова. Ларионова. Нет. Да здесь я, здесь Ларионова. Успела, слава богу. А ты не очень радуйся, еще вечером перекликать будут. Хвыля. Здесь. Есть? Так. Гриценко. Гриценко. Нет? Вычеркиваю. Плят. Ха-ха, есть. Козловский. Козловский. Простите. Иван Семенович просил передать, что он задерживается на репетиции. Ну, я не знаю. Все-таки. Ну, как, товарищи? Вычеркиваю. Грибов. Алексей Николаевич. Да. Бирман. Бирман. Нет? Вычеркиваю. Ой. Простите. Оставляю. Рыбников. Здесь. Скажите, пожалуйста, это очередь за холодильниками, да? Чего-чего? Да-да, здесь дело посерьезнее. Позвольте, кто там такой? Вицин. Как? Василий Иван Цицилия Иван Николай. Николай Вицин. В первый раз слышу. Идите, встаньте в очередь, как все. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вы последний? Да. Ваша фамилия? Харитонов. Ну? Первый раз слышу. Граждане, полный порядок, спокойствие! Полный порядок! Граждане, не волнуйтесь, примем меры, похитим всех до единого! Не все сразу! Поехал! Полный порядок, граждане!
стойте, стойте. Остановите, пожалуйста. Товарищ старший лейтенант, решите обратиться. Обращайтесь. Товарищ старший лейтенант, человек в беде. В чем дело? Что случилось? Две копеечки. Какие две копейки? Новыми. Новыми? Да. Сегодня станет ясно, я счастлив или нет. Звони, ты мне сказала, и я дам тебе ответ. И вот я на скамейке сижу, судьбу кляня. Нужны мне две копейки, обычных две копейки, но нет их у меня. Не разменяйте монетку, вы спешите, простите. Две копейки, телефонный разговор. Чтоб с милой повстречаться, отдать я сердце рад, но с лирикой считаться не желает автомат. Дождь хлынул, как из лейки, прохожих прочь гоня. Нужны мне две копейки, для счастья две копейки, но нет их у меня. Не разменяйте монетку, вы спешите, да, простите. Две копейки, две копейки, был бы счастлив человек. Дождь хлынул, как из лейки, прохожих прочь гоня. Нужны мне две копейки, всего лишь две копейки, но нет их у меня. Не разменяйте монетку, вы спешите, простите. Ведь две копейки, две копейки, две копейки, две копейки, две копейки, две копейки. Возьмите. Вот видите, вы поверили. А что? Такой песенки цены нет, а вы две копейки. Вы тоже насчет похищения? Конечно. Боже мой, когда я поступал в милицию, никогда не думал, что больше всего придется заниматься искусством. Товарищ старший лейтенант. Товарищ милиционер. Уехал. Ну, я не могу больше, так нельзя. Так нельзя, все время так начинается с маленького, потом до большого, тюрьма. Как веревочка не вести, все равно ей конец. Мы же похитили всего 5 народных артистов. Это всего на одно отделение. Ну, я понимаю, если мы похитили, допустим, Березку. Или Уральский народный хор. Зверей из уголка Дурова. Это я понимаю. А ду... Истеричка ты. Товарищ старший лейтенант, уж цыгана-то не похитить, грех. Ну... Надоело мне цыгану по земле пешком бродить. Мне цыгану по карману Волгу быструю купить. Только Волгу не хочу я, мне в лошадку вороную. По зеленой рощице рысью прокатиться бы. И ведь цыган без лошади, что без крылья птица. И ведь цыган без лошади, что без крылья птица. Ждешь от меня, цыганка, заждалась давно уже. А шатер тот на таганке на 10-м этаже. Прискочу я на таганку, чтоб с собой забрать цыганку. Может, было проще бы на такси явиться мне. Но цыган без лошади, что без крылья птица. Но цыган без лошади, что без крылья птица. Опа! Я замечу зорким глазом огонек в твоем огне. Ты меня узнаешь сразу, быстро спустишься ко мне. Посажу тебя в седло я, крепко обниму рукою. Прокачу по площади, и поймет милиция, что цыган без лошади, как без крыльев птица. Что цыган без лошади,
как искрит птица. Позору тебя в седло, я крепко обниму рукою, прокачу по площади, и просит милиция, ведь цыган без лошади, чтоб искрили птица, ведь цыган без лошади, чтоб искрили птица. Значит, так сказать, мы начинаем вот с этого кусочка. Тарам-барам-бам, тарам-барам-бам, тарам-барам, та-та-та-та. Давай, пожалуйста. Пара-бара-па, пара-пара, пара-пара, па-па-па-па. Стоп, стоп, что такое? Стоп, стоп. Понимаешь, у тебя, так сказать, все вот здесь, много. А там ничего, понимаешь? А язык танцора – это ноги. Тут нет слов, понимаешь, нет слов. Вы чего делаете, тарам-барам, тарам-барам? Мы это, номер работаем, кардебалет для Татьяны Ивановны Шмыги. А, для Шмыги? Ставишь ты? Да, я. А. Ну, я спокойно. Давай. Продолжайте. Так, значит. Трам-парам-бам, парам-парам-бам, парам. Весь сидит и ликует весь ночной палат. Тут в углях не бежит ко мне. Я веселье здесь не надо, ни вина, ни прах. Ничего, что денег нет, а распалил по вашим песенкой своей. Ой, я подхожу в песенке любви. Карамблина, карамбарата, ты пылкою насильничка. Карамблина, карамбарата, моя любовь, моей навечника. Улыбка нежной, чуть-чуть небрежной, ты сердце каждый. Ночной, разноцветные погасли фонари. Разодетая толпа уже спешит домой. Фонари висели смело за зари. Но луч чуть золотит бульвар, и потом влюбленный пар. Вот уж новый день летит, задорный песен весь звучит, и зовет меня возлюбленной моей. Ой, зовет меня возлюбленной моей. Карамблина, карамбарата, ты пылкою насчет похищения. Проси. Скажите, пожалуйста,
занимаетесь делом похищения? Нет. То есть, да. Да, значит, да, тогда да. Я хочу знать, почему похищение артиста проходит так неорганизованно. Вы понимаете мою мысль? Лучшие могут остаться непохищенными. Вы понимаете, зрители восхищаются, артисты похищаются. Похищенный артист республики. Это все-таки звучит как звание. Да, да, но вы, собственно, откуда? Пожалуйста, запишите. Улица Продольная, бывшая Поперечная. То есть только я сейчас там не живу, потому что нас выселили. Ну, не выселили, а дом поставили на капитальный ремонт, и нас временно переселили. Как только дом капитально отремонтируют, его сейчас же снесут, и тогда нас выселят окончательно. Так что я сейчас пока буду у Адриены. Это, пожалуйста, человек искусства, артистка. Вот я вам хочу сказать, что она... Вот я, конечно, не могу так ручаться насчет похищения, но все-таки она, например, играла Дезимону. Ее своими руками душил народный артист Удмуртской АССР. Понимаете, вот сейчас мы вместе с ней переселяемся к Симочке. Потому что Симочку тоже переселили до такой степени, что ей она буквально не может вести семейные узы. У них, значит, так, у них там квартира Жековская, а здесь кооперативная квартира. И они сейчас тройной обмен ведут. Хиптиховная, Черкизова, Черемушки. А второй муж Симочки, он со всеми удобствами и с мусоропроводом. Что с вами? Почему у вас такое... Странное лицо. У вас голова болит? Слушайте, я вам дам изумительный рецепт. Всю вашу голову как рукой снимет. Я, конечно, не врач, но поверьте мне, что сейчас врачи знают меньше, чем больные. Потому что они все время лечат, им буквально некогда узнать хороший рецепт. Но вообще, я вам скажу, что самое главное – этот спорт. Это спорт. Вот по телевизору говорили, если хочешь войти в норму, бросайся в ледяную прорубь. Я же видала там эти моржи. Они все время в телевизоре плавают. Я сама была моржом, только я просто не переношу холодную воду. И надо, понимаете, вам сказать, что я, например, не могу так вот, некоторые смотрят первую программу. Я переключаю все время, у меня телевизор трещит, как пулемет. Ну и узнаешь необыкновенные вещи. Оказывается, коровы безумно любят песни. Представляете, это повышает их удой и их настрой. Оказывается, один концерт Эдит Пьеха повышает жир росмолога на 23%. Вы можете сказать? Да я шукарова, я сама обожаю песни. Но я должна бежать. Вы знаете, вы меня не задерживаете, потому что я ухожу, и я вам позвоню насчет похищения, а как только меня снесут, я сразу вам сообщу свой адрес. Ко мне никого не пускать, кроме Угадая. Что будет? Слушайте, прекратите цирк. Ребята, вы, по-моему, меня с кем-то путаете. А вы, собственно, по какому вопросу? Теперь вы видите, что такое подкидная доска? Она может любого поднять на недосягаемую высоту. Похищать мастеров сцены и забыть о подкидной доске – это анекдот. Хорошо, хорошо. Поставьте меня на место. Фу. Ну, давайте. Идите. То есть... Ну? Слон. На 2 недели работы. Весь угол за счет уголка Дурова. Понятно.
вы похитили меня так стремительно, что я до сих пор не могу опомниться. Может, вы мне скажете, куда мы едем? В Москву, мадам. В Москву, Требьян, я была в Москве. Да, но вы не видели самого главного. Фуркуа не видела, Кремль, Третьяковка, Лужники, Останкинская башня. Да, но вы не были у нас в пожарной команде, мадам. Но у меня ничего не горело. Вот сюда пожарных. Нас приглашают только тогда, когда что-нибудь горит. А не, чтобы пригласить просто так. Не на пожар, а на огонек, чайку там попить. Ну вот, вы уже обиделись. Ладно, рассказывайте, зачем я вам понадобилась? Мадам, понимаете, нам хотелось, чтобы вы у нас выступили. Нет, если насчет оплаты, то вы не беспокойтесь, это я уже беру на себя. Мадам, у нас вам очень понравится. Вы познакомитесь с жизнью пожарной командой, с противопожарным оборудованием, огнетушительными веществами. Так, так, так. Вы узнаете углекислый огнетушитель ОУА. ОУА? Да, датчик ДПФ-038, который реагирует на тепловое излучение. О, это великолепно. Автоматическую станцию ОУА, которая делится на два вида. Целых два. Да, первый вид – это сухотрубная спринклерная установка. И второй вид – это смешанная спринклерная установка, комбинация из водяного и сухотрубных систем. И многое-многое другое, мадам. О, как это интересно. Продолжайте. Рассказывайте, прошу вас. Пожарный, мадам. Ну, это... компромиссу? Да, я вас понимаю, говорите. Ау-ля-ля! Пожарный, мадам, ничего не боится. Когда пожар идет вперед, его уже ничем не остановишь. Святая Мадонна. Ча-ча-ча. Не нашли. Плохо дело. Это уже что-то новое. Не пугайтесь. Здравствуйте. Я не о себе. Я понимаю, что я еще не достоин. Я о тех артистах, о той когорте. Когорты не надо. Когорта уже есть. Давайте, что у вас есть по порядку. Хорошо. Без когорты. Без когорты. Растет. Заслуженный артист. А теперь представьте, что это рояль. Представил. Много рыцарей легкой победы, обожая чужой каравай, крали бомбы и велосипеды, однажды украли трамвай. Хищения и кражи, и в душе благородство храня, все ж хочу стать сегодня пропажей. И прошу
наградите меня. Нет, Шульженко – это моя слабость. Поможем. Большое спасибо. А как с остальными? Это я подумаю. До свидания. До свидания, товарищ Ташлита. Значит так, Трошин, Лемешев, Русланова, Шульженко. Все ясно. Тирлинь, тирлинь, тирлилилилилинь. Молодец, слон. Дырка пригодилась. Ну, знаете, товарищ Зыкина, от вас я этого не ожидал. Умоляю вас, только одну фразу. По линии вокала ни в коем случае. Тогда одно слово. Нет, 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 освободите люльку. Ну, а ноту? Какой голос. Всю жизнь бы слушал. Но я не могу. Освободите люльку. Тогда я поеду с вами. Как, на ходу? На ходу. Выезжайте, делайте, что хотите. А я вам буду петь в рабочем порядке. Только не очень громко. В Москве звуковые сигналы запрещены. Хорошо. Тихонько. Под дугой колокольчик поет. Тихонько? Годится. Давайте. Под дугой колокольчик поет, под дугою да под весовую. Удалой парень девицу везет, девицу чернобровую. Парень девку скромную уманил ее за собою в ширь степную ночью темную. Ну, прижмись ко мне, лапушка, тесней, прокачу я, что хватит силушки, разгоню вороных своих коней, пятля сосновы белушки. По степи полетим, косатка, то ли будет щечкам жарко, сердцу станет сладко. Здесь в степи только ветер видит нас, не стыди же, моя желанная, для любви нашей выдалась сейчас бурушка долгожданная. Улестил парень девку скромную, соблазнил ее жаркой ласкою этой ночью.
со злобы милушки. Вася, ну как там не похищенные, все еще ждут? Все сидят, товарищ старший лейтенант. Костры разложили. Товарищи, товарищи, продолжаем перекличку. Рихтер, Рихтер. Да нет его. Досадно. Краснознаменный ансамбль. Краснознаменный ансамбль. Есть. Ойстрах. Нет. Не пришел. Вычеркну. Омский хор! Хор Омска! Есть! И бросим! Борисов! Борисов из Ленинграда! Здесь я, Симочка, здесь! Александр Федорович, как мы рады вас видеть! И как мы хотим послушать вас! Вечерний час под липами густыми мы встретились на берегах пруда, как будто никогда друг друга мы не знали и не встречались. Никогда временем сорванных юности розы в память о прошлом одни только слезы. Память о прошлом одни только слезы. Скажи мне, друг, зачем ты ищешь встречи? И что влечет тебя на берега пруда? Я позабыл тебя, к былому нет возврата, оно исчезло навсегда. Старостью сорваны юности розы, память о прошлом одни только слезы. Память о прошлом одни только слезы. Рассуждать логически. Давайте. Спокойно, Михаил Иванович. Похитить таких артистов на Новый год мог тот, кто нуждается в концертной программе. Так. Но кто это сделал? Лицо или организация? Михаил Иванович, кажется, ты на верном пути. Их надо искать в домах культуры. Угадай. Операция «Дед Мороз».
Начинаем операцию «Дед Мороз». Форма одежды зимняя. Начали! По клубам, дворцам и домам культуры шагом! Марш! Дед Мороз и Снегурочка. Давайте поприветствуем. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Разрешите мне передать вам, детям, по моему глубочайшему убеждению, цветам жизни, горячий привет от всего коллектива работников московской милиции. Ой, я не то хотел сказать, я хотел сказать от всего коллектива Дедов Морозов и Снегурочек. Дед Мороз, а почему Снегурочка ничего не говорит? Снегурочка, почему у тебя такие большие глазища? Ребята, это... Вася, ну как не похищенные? Неужели все еще сидят?
Сидят, товарищ старший лейтенант. Я объехал все дворцы, дома культуры. Нигде никаких непохищенных и не непохищенных нет. Вот сейчас заеду в дом пожарных. Ну, это так, на всякий случай, для очистки совести. А вообще мне все эти актерские штучки надоели. Поеду домой. Продолжим розыск в новом году. Вася, с Новым годом. Да, а они что, так и будут там Новый год встречать? Наверное. Слушай, но это только артисты могут. Юр, что-то ноги совершенно окоченели, а? Ну, для нас это, Миша, не проблема. Ледок есть. А, да, порядок. Новый год здесь, а? Правильно. Что он говорит? Что такое? Что такое? А, дорогие товарищи, Владимир Николаевич завтра играет утренний спектакль, как вы сами понимаете, горный. Ну, понятно, понятно. А что еще? Что такое? Что он говорит? Все будет. Прекрасно. Все. Товарищи, говорят, какая встреча, такой будет и год. Так что я лично предлагаю выпить за веселый, радостный Новый год. Правильно. За все, что сбылось, и за все то, что сбудется в новом году. Правильно. За новые праздничные огоньки в окнах наших новых домов. И чтобы все дни и ночи Нового года были такими же добрыми и мирными, как эта новогодняя ночь. За юность, за счастье, за веселые песни. Ну что ж, с Новым годом, товарищ. Новым годом. Ура! Мы не первый раз новогодний час собрались дружно встречать. За столом сидим, на часы глядим, готовы праздник начать. Бокалы вином до краев мы нальем, и за славную песню славную по обычаю. Самых близких людей, за семью свою, за мечту свою и за хороших друзей, кто с нами всегда и борьбы, и труда, чья бесценная, неизменная дружба, брат.
живем и вперед идем, полны мечтою одной, чтоб счастье полно расцветало оно. Наша вольная и настольная, вечно юная страна. Чтоб счастье полно расцветало оно. Наша вольная и настольная, вечно юная страна. Куда ни загляни, зажигает вечер зимний новогодние огни. По неписанным законам наступает снова срок. Нам собраться на знакомый, нам собраться на знакомый новогодний огонек, огонек, огонек. В этот вечер новогодний повстречались мы опять. С Новым годом, товарищ! Все друзья пришли сегодня. С новым счастьем! Полный форум, так сказать. Даже летчик из Игарки, старый школьный наш дружок, прилетел сюда на яркий, прилетел сюда на яркий, на московский огонек, огонек, огонек. За столом сегодня тесно. Только это не беда. Не беда. По традиции известной нами выбран тамада. Да. Полночь близится, и пробки ударяют потолок. И в вине искрится робкой. И в вине искрится робкой золотистый огонек. 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 Над Москвой неторопливо звон курантов вдаль плывет. За минувший год счастливый, за счастливый Новый год. И зато поднимем чарки, чтоб на тысячи дорог. Нам светил повсюду ярко, нам светил повсюду ярко новогодний огонек, огонек, огонек. Товарищи, внимание! Они нашлись! За мной! Первый раз так волнуюсь. Валидол дать? Да, ну, с Новым годом, товарищи. Натворили дел. Никаких концертов. Да как же у нас аншлаг? Чего? Полный. Вот скажите спасибо нашему зрителю. Только ради нашего зрителя. А с вами, товарищ, мы займемся 1 января в новом году. Можете встречать Новый год. Условно. Прекратите смех.
Вы единственный серьезный человек, я вам верю. Начинайте концерт, я наблюдаю. Не знаешь, где соломки подстелить. Более долго, да? С Новым годом, друзья! С новым счастьем! Начинаем наш праздничный новогодний концерт вдоль по Питерской. Боялись, что ищет, тот всегда найдет. Туда! Бежать!
Пришло время, тварь! Ой, я умираю! У меня нет сил! Держите меня в руках. Будешь ли? Спокойнее, спокойнее, товарищи. Не превращайтесь в толпу статистов. Не забывайте, кто вы. Сначала только похищенных. Venia vina, vola qui è na, vera se per ne corre dal ma, oggi è vatta, gussa che sazza, nai si è nei detto le sa, nai si è nei detto le sa, tom le sa, tom le sa, dopo io penso che si mi da nana, cazzo mi noetti, poi sarabandi, poi farandola, penso con odi, io mi noetti, penso con odi, io sarabandi, penso con odi, io farandola, penso con odi, poi zavalai al che lego vaia, per ne mai tenti, veda se va, io veda la ma, io veda la ma, Non prendete, armele homme canna dressa. Oggi è volta cusse la salsa, non i mandaggi, non le sa. Blonde brunette, Грузинский тост порой непрост. Нет неожиданней тоста. Но стоит лишь дослушать тост, а дальше все довольно просто. Как только обнажится дно чеканной тонкостенной чаши, сосуда этого вино наполнит вмиг бокалы ваши. И взгляд яснее, чем заря, и мысли скакунов резвее. Но только трезво говоря, чем меньше тостов, тем трезвее. Чтоб взгляд яснел, нет вина, чтоб мысль резвела без бокала, за то, чтоб все мы пили мало, давайте выпьем все до дна. С Новым годом, дорогие товарищи! Басня «Кому как». Мимо скамейки, где сидело двое, прошел, ругаясь, пьяный гражданин. «Ну что за безобразие такое?» — воскликнул с возмущением один. «Как трезвенник и истый друг порядка, я внес бы предложение в Госплан собрать везде всю водку без остатка и вылить ее тут же в океан». Другой сказал: «Не может быть сомнения, что многие поддержат в этом вас. И мне... по вкусу ваше предложение, поскольку я сам лично водолаз». Вы вообще не
Синева, синева, синева упала с неба высоко над землей, синеву летят слова. Я хочу о любви говорить светло и нежно. Помоги, синева, научи, синева, и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет, уходящий за моря, широта и размах. Это все страна Россия, где любовь и жизнь моя. Синева, синева, синева стучится в двери у цветов и людей. Синевой глаза полны, синева, синева, я твоим просторам верю, торжеству. Синева от весны до весны, на земле без числа, города в спокойной силе, сыновьях, дочерях. Повторюсь, как песня я, мы в тебе навсегда, на века страна Россия, где любовь и жизнь моя. Города в спокойной силе, сыновьях, дочерях, повторюсь, как песня я, мы в тебе навсегда, на века страна Россия, где любовь, где любовь и жизнь моя.
друзья! Сейчас перед вами выступит любимец Ты чего? А ты чего? Я не знаю, ты чего? А я ничего. А кто ты такой? Олег Попов. Что, настоящий? Настоящий. Ну! Скажи, что делаешь тут, а? Я дежурный пожарный по сцене. Ну! О. Подожди, только мне не ясно, скажи. Кто там такой? Есть кто-нибудь? Там больше никого нет. Ты точно знаешь? Не точно. Ну, я пойду посмотрю. Ты... Иди, смотри, иди. Иди. Я объясню вам все любезно, свою профессию ценя. Порой пожары нам полезны, бывает польза от огня. Когда пожар горит в крови, когда сгорают от любви, когда слова нам сердце жгут, воспламеняют и зовут, и вдохновленные трудом твои глаза горят огнем. Когда болтун и бюрократ вдруг синим пламенем горят, а если кто нас тормозит, пускай земля под ним горит, а коль зажгется в нужный срок наш новогодний огонек, то вашей жизни будет без сомнения. Все хорошо, все хорошо. Ой, отвлекся, забыл. Прошу свечей не зажигать, окурки на пол не бросать. Предупреждаю строгого, гасить необходимо газ. Проводку вовремя менять, утюг и плитку выключать. Не захламляйте коридор, не жгите в комнатах костер. Детишкам спичек не давать, бензин покрепче закрывать. А если вспыхнет тот бензин, звоните сразу 01. 01, 01, 01, 01. Ого! И вашей жизни будет без сомнения. Все хорошо, все хорошо. 01. Олег Попов, заклинатель дней. Обнимаю вас всех,
Поздравляю всех с Новым годом, друзья, с новым счастьем вас. Предлагаю налить и поднять, и осушить, и по новой налить еще раз. И по новой налить еще раз, не забудь закусить, закусить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Черные это серые, черные это серые, да медвежьи, черные это серые.
Будьте лаком. Ну хватит, что вы сегодня... Что я не понимаю? Интеллигентные люди, ну что вы руками как трогаете? Как вам не стыдно? Ну, пол я покрыл польским лаком. Извините, пожалуйста, ребят, можно пройти? Давай, проходи, моряк, проходи, да. Проходи. У меня тоже ну, кухня 8 метров, я тоже... И это... польским лаком покрыл. Может быть, я тебе растолкую, объясню популярно, почему выбирают дорогу морскую настоящие парни. Идти в матросы и капитаны, имеем мы законные права. Три четверти планеты, моря и океаны, остальное острова. Три четверти планеты, моря и океаны, остальное острова. Дальше видят из мачты, из борта дальнозоркие души. Если будешь держаться на палубе твердо, устоишь и на суше. Тайфуны, штормы и ураганы преодолеть положено сперва. Три четверти планеты, моря и океаны, остальное острова. Объявляю по радио верность с отсутствием почты. Для морячки такая проблема, как ревность, остается без почвы. По той причине весьма желанна на берегу матросская братва. Три четверти планеты, моря и океаны, остальное острова. Дорогие мои комсомолки, вам полезно знать вы, что всегда перед нашим отплытием помолвки, а с прибытием свадьбы. Для нас в Одессе цветут каштаны, Владивосток зовет нас и Москва. Три четверти планеты, моря и океаны, остальное острова. Три четверти планеты, моря и океаны, остальное острова. Thank you.
ручеёчек, ручеёк. Ай, брал я волту иначеёк, но мало клей ты чавалы. Ай, речка помутилася, ой, с милой разлучился я, пропала лей ты чавалы. Ой, чаю риту, чаю риту, собрал куличи рганори, пропала лей ты чавалы. Опа! Ай, ручеёчек, ручеёк, ай, брала воду. Никогда. Мехмамман, хорошим мехмамман. А, понятно, понятно. Пожалуйста, мы вас ждем. Пожалуйста, проходите. Что ж вы его пустили? Так это же зарубежные гости. Да какой это гость? Это Батыр Закиров. Тайс Батыров! Ну-ка вернитесь обратно! Девушка, вы куда? Окей, молодые кирпички. Знаете, эти штучки уже не проходят.
Аман, 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 аман. Светлый твой лик, где же ты счастье, где светлый твой лик? На вершинах, куда не сходил ты, я на вершинах, куда не сходил ты. Где же ты счастье, вершинья достиг, где же ты счастье? Где же ты счастье, вершинья достиг? Где же ты счастье? В реках я, в реках, которых не плыл ты. В реках я, в реках, которых не плыл ты. Где же ты счастье? Я тысячу рек переплыл. Где же ты, счастье? Я тысячу рек переплыл. В песнях я, в песнях, в которых ты служишь. В песнях я, в песнях, в которых ты служишь. Где же я песню тебе посвятил? Где же ты, счастье? Где же я песню тебе посвятил? Ветром меня догони, если можешь. Ветром меня догони, если можешь. Но у меня есть предложение. Какое? Слушайте, да? Мы же с вами артисты эстрады. Да. Пускай отвалится, мы будем искать... Совершенно другую. Правильно! Отворите! 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 Так, вот. Сейчас, Шуров, да. Держите же. Давай. Давайте руку, руку. Колеса били мерный стук, то так, то тук, то так, то тук, то так, по переменам. Купе знакомые уже давно сидят, 4G, 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 4 джентльмена. Стоят бутылки на столе, и в них бутылочном стекле. Чуть-чуть подрагивает влага. И разговор у них возник, обои шел, чик-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 ч
И начал мерный разговор он в ритме поездом о том, что я король, не стой кругом, молва звенит. Моими бойнями и мной Чикаго знаменит. На два крюка берем быка, на крюк кого? Корову. Бык,
ему, а мы ему чик-чик, бык-брык готова. Элета рвутся из гурта, стучат колеса, тра-та-та, ведь это бизнес, говорит Елена. А мой шел чик-чик-чик-чик, а мой шел чик-чик-чик-чик, а мой шел чик-чик-чик-чик, Чикаго. Второй сказал, вертя кольцо, позвольте мне словцо, пред вами, сэр, и налицо сановное лицо. По части иностранных дел, как мистер на быках, я не одну собаку съел, я всех держу в руках. Вот, например, в стране премьер, а нужен кто? Новый. Мы сразу чек-чек, а нет, так чик-чик, и человечек чик-чик-чик готовый. Один прием чик-чик-чик-чик, один заем чик-чик-чик-чик, один погром чик-чик-чик-чик, для их же блага. И человечек чик-чик-чик, смирнее овечек чик-чик-чик, смирнее овечек чик-чик-чик, Чикаго. А третий всем разлив вино сказал, сияй весь, американское кино я представляю здесь. Даем 500 боевиков, и в них во всех подряд героев режем, как быков, и топим, как котят. Со всех картин глядит перетин, кулак какой пудовый. Да истеричек, чик-чик-чик, шизофреничек, чик-чик-чик, повсюду у, повсюду у, повсюду ужасы готовы. На фоне гангстеров, кошмаров и смертей даем чи-чи, чичок для детей. Залез карман, чи-чи, и сразу тань, чи-чи. Эй-ей-ей-ей-ей. Ограбил банчичик, и снова тань, чи-чик. Эй-ей-ей-ей-ей. Взял ножичек, папашучик, мамашучик, соседочек и дедочек, и на могилке тань, чи-чик. Четвертый был налетчик, сказал он, гангстер я, и делать ножичком чик-чик профессия моя. Защелкну вас, я старички, на чик-чик-чик колду, чтоб чемоданчик чик-чик-чик прощупать на ходу. Вошел он в раж, ведь наш багаж, моя что? Зарплата. Тянусь, ножу, и вдруг гляжу, окей, свои ребята. Местозаводчик чик-чик-чик, киномолодчик чик-чик-чик, капиталист и попросту бродяга. Чи-чи-чи чокнулись в миг, они нашли один язык. А бой шел чик-чик-чик-чик, Чикаго. А бой шел чик-чик-чик-чик, а бой шел чик-чик-чик-чик, а бой шел Чикаго. Нельзя, нельзя, товарищ великан. Вот тут, слушайте, Харитонов! Вот Харитонов безобразничает. Черноглазая казачка подковала мне коня, серебро с меня спросила, тут недорого ценя. Как зовут тебя, молодка? А молодка говорит, имя ты мое услышишь из-под топота копыт. Улица поехал, по дороге поскакал, по тропинке между бур, между серых, между скал. Маша, Зина, Даша, Нина, все как будто не она. Катя, Катя, выстекают не подковы с капуна. Хоть шагом еду, хоть галопом поскочу, Катя, Катя, Катерина, неустанно я шучу. Что за бестолочь такая, у меня ж другая есть. Ну, а Катя, словно песню, из груди брат не спеть. Thank you.
Нет, ну, Катя, ну, хватит. Ну, пожалуйста, я не ну, пропущу пропустите. Вас, и все. Ну... ну, почему? Ну, пожалуйста. Я вас сейчас пропущу. Хорошо. Вы знаете, я хотел вам давно сказать, но я понимаю, что я не морчал на строение. Почему? Вы даже очень похожи. Да, но вы меня не за того принимаете. Я человек серьезный. Вы мне не могли дать свой телефончик, а? Хорошо, хорошо. Но только, пожалуйста, пропустите меня. Пожалуйста, давайте, давайте. Если груз обид на плечах лежит, если небеса в тучах, верю все равно, что в мое окно глянет золотой лучик. Самый трудный час, говорю, держись, говорю, держись, не напрасно, как шкала барометра, так и жизнь. Было пасмурно, будет ясно, если вьюга зла, если нет тепла. Верю в теплоту взгляда, если целый год я тебя ждала, верю я, что ждать надо. В самый трудный час говорю, держись, говорю, держись. Как шкала барометра, так и жизнь. Было пасмурно, будет ясно. Глянул первый луч, и не стало туч. И любовь зовет властно. Вот уже теплее, вот уже светлее, вот уже совсем ясно. В самый трудный час говорю, держись, говорю, держись, не напрасно. Просто в жизни главное верить в жизнь. Было пасмурно, стало ясно. Я все равно никогда это не понять. Что значит не понять? Что ты где-то, так сказать, ходишь, устраиваешь свою личную жизнь, а я тут должен за всех отбояриваться, да? Что мне, больше всех надо, что ли? Я уже и так, мне надоело вообще, это все в смешном положении. Иди тогда, мне не нужны такие, иди. Уходи, я тогда один справлюсь. Ну я уйду, уйду. Ну и уходи. Садила, сама буду поливать, сама милого любила, сама буду забывать, сама милого любила, сама буду забывать. Ах, что это
за садочек, за зелененький такой. Ах, что это за парнишка, раз бессовестный такой? Ах, что это за парнишка, раз бессовестный такой? Гуляй, при народе стал девчонку целовать, а девчонке стало стыдно, стало плакать и рыдать. А девчонке стало стыдно, стало плакать и рыдать. Ой, не плачь, девица, не плачь, девица, кроса. Только призыв я отбуду, возьму замуж за себя. Только призыв я отбуду, возьму замуж за себя. Мальчик, не жениться, меня девицу не взять. Твой папашенька богатый не позволит меня взять. Твой папашенька богатый не позволит меня взять. Сама садики я садила, сама буду поливать. Сама милого любила, сама буду забывать. Сама милого любила, сама буду забывать. И забывать, а забывать, а забывать, а забывать, а забывать, а забывать. Сама садики я садила, сама буду поливать. Сама милого любила, сама буду забывать. Сама милого любила, сама буду забывать. Давай, открывай! Открывай! Подойди сюда! Ну, куда вас? Слушай, Мира Фановицкая, а? Откуда они, а? Я не знаю, не знаю. Наверное, на Пашевской линии. Ты думаешь, ага. Вряд ли. Ну как? У вас хорошее настроение сейчас? Хорошее, Илья Борисович. Я же вижу, что я не вижу. Сейчас я вам испорчу его. Ничего особенного. Вот, письмо мне передали, я забыл его показать. Какое еще письмо? А вот слушайте, смотрите. Уважаемые товарищи, артисты Мирфы Новицкой, выступая в концерте, критиковали грубого таксиста. Считаю, что такая критика кладет пятно на всех таксистов нашей необъятной страны. Нужна ли нам такая сатира? С уважением, таксист Петрищев, пожалуйста. Куда направлено это письмо? Куда? К нам в учреждение. Копия, как всегда. Что, не знаете? В совет министров. Ох ты. Ага. Ну, еще же вы расстроились-то, Лев Борисович. Ну, а как же не расстроились? Да вздорное же письмо. Вздорное письмо от какого-то недалекого человека. Кстати, видимо, сам он недостаточно вежливый, раз интермедия его задела. Вот, вот, недооценивайте вы Новицкий. Сколько раз я вам говорил, не надо нам трогать таксистов. Ну что нам, другие профессии мало грубят, что ли? Чего вы испугались-то, я не понимаю? Я не испугал, чем не пугал. Ну почему нельзя покритиковать грубого водителя такси? Потому что в основном они вежливые. Правильно. Культурные, грамотные, письма пишут. Надо придумать такую сатиру, да, чтобы она была острая, чтобы она была злая, чтобы она людей... Но чтобы не обидная была. Ну, вы знаете, это я не представляю, как же это можно сделать-то? А надо как-нибудь завуалированно критиковать. Это как что? А вот не называй фамилии, не называй профессии, просто один блондин проворовался, не догадайся, о ком разговор. А? Блондины обидятся. Вот, значит, и брюнетов нельзя трогать. Вот ситуация. Прямо хоть специальный шифр придумывать. Какой еще шифр? Такой, что вот никому ничего понятно бы не было. Да. Чтобы одни думали, что это мы таксистов критикуем, другие официантов, а третьи пусть думают, что еще кое-до кого добрались. Слушайте, Новицкий, да? Давайте вот сейчас в порядке эксперимента, да, сыграем здесь какую-нибудь эту
абракадабру. Какую-нибудь абракадабру. Про блям-блямчик, да? Про что? Про блям-блямчик. Это еще что такое? Кто его знает? Ну, кому надо, разберутся. Давай, только посмелее, поострее, ну и, конечно, понепонятнее. Начали? Ну что ж, попробуем, Лев Борисович. Давайте. Скажите, Новицкий, почему вот у нас в последнее время блям-блямчики не вегереснируются? Почему, говорю, у нас блям-блямчики не вегереснируются? А? Ну так как же? Как же они могут вегереснироваться? Как же они могут вегереснироваться, когда кругом такая сочепыжность? Сплошной зумбодиктизм. А все почему? Почему? Расколемакались все. Расшмалипунькались все. Каждый плюгавчик строит из себя фрум-фрумчика. Так их же все время викшнируют. Никто их не викшнирует. Почтополи на них нет, вот что я вам скажу. Да. Да. А вот когда дрепянчики куздряются, куздряются и юзла-музлы. Чего? Ну, я говорю, когда дрепянчики куздряются, куздряются и юзла-музла. Что же, и эти, и цурипопики куздряются? Да нет, цурипопики не куздряются. Цурипопики трафальгируются в скнюсиков и викинтесываются, викинтесываются, викинтесываются. Вот почему в этом вопросе такая стрипулечка. Вот это сатира. Тут уж никто не обидится. Да вот на это-то как раз и обидятся. Кто? Зрители. Зрители не могут. Почему? Они же ничего не поняли. Так вот и обидятся, что мы с вами такую тарабарщину со сцены несем. Скажут, что Миров и Новицкий беспринципные люди, перестраховщики, хоть и называют себя сатириками, на нас с вами обидятся и будут абсолютно правы. Что ж получается? Что ж нам, самих себя критиковать, что ли? В данном случае нужно, Лев Борисович. Вы знаете, а ведь может это и правильно. А ты тоже придумал. Один блондин, один брюнет, один Новицкий. Вот кого надо критиковать. И один Миров. И один Миров. Пожалуйста. Что ж, критикуйте. Пожалуйста. А я пойду. Куда? А я пойду письмо на вас писать. Посмотрю, как вы у меня здесь затрафальгируетесь. От вас одни блям-блямчики останутся. Да вы что? Давай, давай, тоже мне. Цурипопик нашелся. Где всегда снега, где лишь поют юга да пурга, юга да пурга. И да река от меня пока, но я хочу, чтобы знала ты, ты за тысячу три версты для меня близко. Пара-па-па, ла-па-па-па, пара-па-па, ла-па-па-па. Я
стороне лесной. Да пою соловьи весной, соловьи весной. И далека от меня пока, но я хочу, чтобы знала ты. Ты за тысячу три версты для меня близко. Одни мечты, лишь одни мечты, что больше нет ни одной версты, и со мною ты. Ты далека от меня пока, но я хочу, чтобы знала ты. Ты за тысячу три версты для меня близко. Па-па-пау, па-па-пау, пау. Мы тоже интеллигентные люди, правда? Но вас похищали для чего? Никого не пускай. Давай, давай, работай, работай. Хорошо, давай. Я остаюсь здесь. Все, порядок. В трехкомнатной квартире мы весело живем, но до сих пор не в мире с верхним этажом. Сумел там поселиться ужаснейший народ. А что у них творится в ночь под Новый год? Трава! Шумям! Кашу! Трубу! Стукром! Бомбом! Просто страх! Мы весело живем, но до сих пор не в мире с нижним этажом. Им, видите, не спится, досада их берет. Мол, что у нас творится в ночь под Новый год? У нас шум, у нас гам, мы трум, мы бум, у нас стук, у нас гром. Просто страх! А нынче мы решили разлад не продолжать, и в гости пригласили оба этажа. Мы пели, веселились, водили хоровод. А что у нас творилось в ночь под Новый год? Браво! Шуга! Кашу! Прелесть!
товарищи. Может, вам помочь? Помогите, товарищи. Товарищи. Спустите, они уже слышат. Пол, каким лаком крыл? Польским. Одну банку брал. Правильно, а я вижу. Товарищи. А пол зато хороший. Слышишь? Я люблю этот праздник красивый. В году он единственный. Когда год нарождается всем неизвестный, таинственный. Лапы елки под тяжестью бусы игрушек опущены. Пахнет елкой и лесом, и снегом, и сказкой, и детством, и будущим. Мне на елке на школьной понравился мальчик давным-давно. Был одет он не принцем, а зайцем, и ухо оторвано. А глаза у мальчишки, глаза были синие-синие. Потихоньку сорвал он мне с елки игрушку-хлопушку красивую. И с тех пор, когда дни начинаются белые зимние, почему-то глаза начинаю искать эти синие. И заглядывать в лица прохожих глаза удивленные. А глаза эти карие, черные, серо-зеленые, а синих никак не найду. Меня в новом году неприятности, а быть может успех, ведь бывают же невероятности, а быть может любовь или друг хоть один да и встретится, нам иначе нельзя. Новый год на тебя мы, конечно, надеемся. Сказал. А, смотри, организованные ребята. Ансамбль Лязгику не хочешь, да, Брабушка? Да нет, он хочет, но не может, понимаешь? Thank you.
это уже хулиганство, Раис Белокуров. Это безобразие. Это я не знаю. Сюда. Ой. А, вот вы где. Вы взгляните мне в глаза. Вы видите, кого вы не пускали. Я вас не узнал, товарищ Лутуновский. За все, что мы завтра пройдем.